30 августа в парке Горького мы с Рустамом Нургалиевичем дали старт всероссийской эстафете ГТО. Радует, что волна, что называется, пошла. И мэр Владивостока, наш коллега Игорь Пушкарев, и актер Сергей Безруков, которому мы передали физкульт-привет, подхватили эту акцию и приняли участие. Ну и радует, что не только они, а они свои физкульт-приветы передали дальше. Известные люди, а также наши коллеги из правительства Москвы начали активно сдавать нормы ГТО. Будет очень хорошо, если эта инициатива будет распространяться как можно шире, но в самой инициативе не менее важно, чтобы мы, сдавая и нормы ГТО, использовали это как способ собрать и дополнительные средства в фонд помощи нуждающимся. Чулпан Хаматовой и Дина Корзун, «Подари жизнь». Нужно создавать условия для сдачи норм ГТО. Ильгиз Газиевич, пожалуйста, как это будет работа организованного показания, доложите, пожалуйста. Как было сказано уже, мы провели пробное тестирование на Казань-арене во время вчерашнего мероприятия. Были установлены перекладины, турники для того, чтобы люди могли уже быть ознакомлены с теми ступенями сдачи норм ГТО, которые планируется ввести в 2015 году. По городу Казани будут определены федеральные точки, на которых жители нашего города будут иметь возможность сдавать официально нормы ГТО. После сдачи норм ГТО будет определено качество этих тестов и будут выданы значки и удостоверения для тех, кто сдал эти нормы.